В Саудовской Аравии две местные жительницы, арестованные за нарушение запрета женщинам управлять автомобилем, предстанут перед трибуналом, который обычно занимается делами о терроризме. Лужаин Хатлуль была задержана 1 декабря, когда пыталась въехать в страну из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее решила поддержать соотечественница Майса Аль-Амуди. Ее также арестовали. Франс Пресс отмечает, что женщина скорее намерена судить за их активность в социальных сетях. Саудовская Аравия остается единственной страной в мире, где женщинам запрещено водить автомобиль. В последнее время в стране участились акции протеста против подобной дискриминации. Активистки движения демонстративно садились за руль, не боясь ареста.